Сегодня мошка, просто дофига мошек. Погнали, братан. О, ну нормально. Если б я еще раз пошел с черной солью, ребят, вот так, оп. Весь лес, смотрите, в ландышах. Мы дома. Ребят, почти 12, следующий день. Я просыпался в 7 утра, до 9 я тут ходил, всякие дела делал, воду кипятил. Рыбу пытался поймать. Ну, просто так. Смотрел, как блесна работают. Окуньков видно прям, как они это играются. По факту, что? Мошки. Сегодня мошка. Просто дофига мошек. Не особо кусается, но их просто очень много. Надо собираться. Возьмем воды кипяченой. Вон там бутылка стоит. И вот бутылку надо налить просто воды для готовки из озера. Как-то так. Нам предстоит долгий путь домой. Валечка, как ты там? Встаю. Погнали, братан. Кстати, классный навес и тенек, и палатку не нагревает. И можно спать хоть до обеда. Ужас. Так, ребят, что по рюкзаку? Рюкзак 80 литров. Jack Wolf Skin. Но это, конечно, не та фирма, это просто подделка. Что? Спина регулируемая по высоте. Поясной ремень отличный. Как бы облегает полностью. Фастекс держит, все держит. В голове есть карман под молнией. Боковые отстежные карманы, можно отстегнуть их, чтобы они не мешались, можно оставить так. Потом, каркас жесткости, там есть каркас жесткости. Кто знает, тот поймет, там внутри есть прутья такие стальные. И причем они не просто прутки, а еще вот здесь вот поперек соединены. Ну и все. Чехольчик вот тут внизу есть от дождя, вложен классный, под молнию. И еще есть как бы подвал называется. Из минусов. Из минусов что? Из минусов слабые замки. Сам вот этот дюралюминий материал или что-то, я не знаю, сразу ломается. То есть где-то я уже сразу поменял собачку. Вот видите, синий вшито. И из минусов, наверное, все-таки прошивка. Смотрите, вот самые главные стропы, которые идут от ключевых лямок. Я вот здесь вот прошил сразу же капроновыми нитками. Потому что вес очень замечательный, вес очень такой, не 10 килограмм. А вот у Валюшки рюкзачок. Нормальный рюкзачок с Алиэкспресс. Кстати, я свой купил за 2700 в рыболовном магазине, нормально. А вот с Алиэкспресс за 1600 рублей. Классный 50-литровый легкий рюкзак. С верхним карманом, с таким, с основным карманом, с боковыми. С подвалом. Ну и что? Спинка не регулируется, спина, конечно, не регулируется. Спиной жесткости там нет, мы туда пенку подкладываем, эту жопку. А так что, поясной ремешок есть. Ну так вот для до 9, до 8 килограмм, как бы нормально все это дело. Валечка несет, все отлично. Что у нас дальше по снаряжению? По снаряжению. Два спальных мешка. Абсолютно простых из Спортмастер. Не помню, когда покупал. На плюс 10 комфорт, плюс 10, плюс 20. Упакован в один гермомешок. Давайте их взвесим. Посмотрим, сколько они весят. Ну вот, смотрите, два мешка весят 2900. 2800. 2900. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Компрессионный мешок, который тащит одежду. Это вот вечерняя наша одежда, то есть камуфляжка, вот эти куртки, штаны. Ну и что-то там еще есть. Эта штука такая тяжелая. Давайте ее тоже сейчас взвесим. Конечно, когда ты идешь осенью, это все надето на тебе или утром. Рюкзак становится попроще. Сейчас не видно. Но также 3 почти килограмма.
одежды. И классные. Тебе понравились, Валечка? Ой, очень. Это надувающиеся коврики с Алиэкспресс. 1300, по-моему, они стоили. Компактный, весит по полкило, весит столько же, сколько ижевская пенка вот эта вот большая. Но занимает место намного меньше. Вот их два весит килограмм. Все отлично. Ну и что, дрон тут, телефоны, коптеры в основном, что? Да? Палатка, тент. Антенну брали, которая безуспешно, мы не поймали 4, ни 4G, ни 3G сигнал нигде. Это надо возводить было большую 10-метровую мачту, а сил на это не было. И мы ее даже не взяли. Ой, не взяли, а не поставили. И походили с ней, покрутили, вообще никаких следов жизни нет. И не стали ничего делать. Ну и все, как бы, что тут палатка обычная, 1.20 на 2 метра, наверное. Полуторка. Легкая, 2.300. Ну как, относительно легкая, самый дешевый в Спортмастере когда-то была. Ну как-то так, ребята, кружки тут вот. Спиннинг, пила ленточная. Вот и выходит все в сумме. Сколько в сумме у нас, Валечка, получается? В сумме килограммов 25. У нас всякого шмурдяка, который мы с собой тащим. Это больше, мне кажется, 30. 25, наверное. Почему? Ну изначально ты нес где-нибудь 20. И я изначально. Да, наверное, да. С водой совсем, наверное, по 30 килограмм у нас общего этого швырдяка. Что у нас там, гречка? Все, убежала. Гречка. Экономим газ, ребят. Готовим на костре. Оп. Нормально. Привет. Нормально. Да? Всем приятного аппетита. Люди тоже приехали, отдыхают. А мы собираемся и вскоре выдвигаемся. Тем временем Валечка приготовила нам завтрак. Что у нас, Валечка? Гречка? Гречка, кусочек хлебушка и помидорчик. И все это посолить. Все, что осталось. Ну нет, у нас еще каша есть. Кашу мы берем с собой, дошики, каши, пару картофель. Картофелин. Суп сварим. Да, суп еще сварим. Суп мы там взяли сухой. А перец у нас еще есть, да? Угу. Кашки вот такие, 8 злаков. Нормальные. Ну, перловку оттуда выложили, потому что ее очень долго варить. Хотя на костре это без разницы. Ну и овсяных кашек там полно. Ребят, мошки просто жесть. Оп. Нормально. О, нормально. Пойдем, Валечка, скорей. Да, просто сваливаем. Наша задача дойти до первого столика, ну, со стороны Мельник, до столика 4 дорог. Было бы круто. А завтра добить весь участок. Пипец, мошки. Не комары, так мошка. Ребята, не мошки, так комары. Не комары, так слепни. Все нас докучает. Просто жесть. Если б я еще раз пошел в этот поход в сезон москитов, ну его нафиг. Правильно, Валечка? Фу, ужас. Останавливаться нельзя ни в коем разе. Хочется побежать. Хочется побежать, да. Ребятки, время. Еще нет 6 вечера, без 5-6, а мы уже на, как бы, 4-м столике, где мы с Валечкой ночевали в прошлый раз. То есть мы прошли уже 9 километров. А сколько сейчас времени еще раз? 6 нет. А точно можно? Без 5. Ну, короче, 6. Мы выдвинули. Ну, короче, за 2.5 часа, мне кажется, мы прошли. Наверное, да. Могло быть так. Это мы так втопили? Да, за 2.5 часа мы дошли до сюда. А в прошлый раз, если мы вышли в 2, мы здесь были только в 7, по-моему, да? Да. Но мы с той стороны шли. С той стороны до сюда 15. Да. Ну, так мы 4 часа шли в прошлый раз. Отсюда до туда, помнишь? Да, 4 часа. А сейчас за 2.5. Вот так, Валечка. Валечка уже приблатыкалась.
все нормально. Мышцы все активизировались, но только вот комарики зажрали нас обоих. Сейчас последний участок метров 400 просто. Как в серии будет называться? Кровь, пот и слезы. Кровь, пот и слезы. Валечка на последних силах. Давайте поддержим Валечку, поставим класс, напишем комментарий. Пожалуйста, скажите, что Валечка очень сильный духом человек, и все у нее получится. Все у нее будет замечательно в жизни. О, боже мой, костер просто спасение. Костер, кстати, спасение, ребят. Вы понимали, просто невозможно остановиться. Просто ты не можешь просто даже вдох-выдох сделать, воды попить. Просто слепни. Мошки, комары, муравьи. Мы, мне кажется, все зверье этого леса собрали. Дай комар застыл у тебя. Так, ребятушки, время без 15:10. Без 15:10, и мы... На столике четырех дорог. Это первый столик со стороны Мелинок. То есть нам 9 километров до дома. Мы разбили такую палаточку. Валечка сейчас у нас передохнет. Я тоже вместе с ней. Как тебе, Валечка, там? О, боже мой, так кайфово. Просто так все чешется, зато без комаров. Это просто блаженство. Конечно, конечно. Какие у нас планы? Конечно, оно всегда, конечно. Планы таковы, что... Сейчас время 10, в часиков 12, в час ночи, лучше в 12, выдвигаться к дому и ночью идти без комаров, без всех этих слепней, без жары, без всего. По-моему, это замечательный план, и если будет все отлично, мы доберемся к рассвету, застанем наикрасивейший, Валечка, рассвет в пути и вернемся домой. Мне еще молоко ехать забирать. Молоко по пятницам привозят. Я не успел, но поеду ночью. Благо, там есть такая возможность. Забор молока ночью. Свойского, настоящего, из-под коровы. Ну а что, сейчас мы с тобой что-нибудь покушаем, да? Конечно. Ребятки, время без 20 час. Я достал картофель. У нас была одна картофелина. Я ее немного там прикопал. Сейчас мы ее уговорим. Хрустим песочком. Вкусно. Чипсы моего детства, как там говорили раньше. Черной солью, ребят, вот так, оп, ну-ка, ну хлеб только нет, сейчас скоро пойдем. Ну что, Валечка, потопали, время без 22, потопали нам 9 с чем-то, 9200 до дома, фонари мощные у нас, Валечка, я как этот, как елка иду. Новогодняя. Я сейчас мозоли свои расхожу. Да, давай, конечно. А то у меня бликов там, да? Ну все, так, ну часа до 4 хотя бы надо бы, в 4 будешь быть. Мы постараемся. Ну что, ребят, комаров нет. Как бы идти можно спокойно, прохладно, хорошо. Действительно нормально ночью можно передвигаться по знакомому маршруту. Это вам лайфхак, если вы все-таки рискнете добраться пешком до Широхи, идите лучше ночью. Ну а как, за одну ночь ты не дойдешь, то есть комары пропадают где-то ближе к 12. Ну смотри, не к 12, все же вот сейчас 2 часа, вот сейчас их в целом нет. До этого они были, жужжали у нас. Вы отклонились от маршрута. А их около столика тоже не было уже, да? А? Сейчас не было около столика? Ну около столика были, но... Были, но намного уже лучше. Ты хочешь сказать, к часу ночи пропадают? Наверное, они? Наверное, да. Ну вот в 2 вот сейчас мы, да, вот тоже. Ну да, без 22 идем. Нет больше, никого. Да. Ну да, значит, смотри, как получается. И я не знаю, когда они появятся. Ну как раз, да, может. Да, непонятно, потому что мы с тобой утром, когда на рассвете шли, они были, но они как-то
то ли просыпались, они в целом не жрали. Там холодно было. Ну или холодно было, поэтому они особо не доставали. Даже хоть и летали. Ну да, вот лосиные следы, ребят. Вот это все лоплось. Нормальные свежие такие, кстати. Да. Так спишь в палатке вот так возле дороги, лось. Статно лось идет, да. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Ребятки, ребятки, ребятушки, без 10-4. Нам километр до города, до пилорамы Салтыкова. Ну и, наверное, километр до дома. Чисто на морально-волевых уже вывозим. Валечка просто король походов. Давайте ей поаплодируем. Как говорится, не каждая птица до середины Днепра долетит. Все вывезла. Мужики здоровые не выдержали бы такой поход. Она все прошла. Вот так вот. Готовимся. Потому что скоро будет лето дальнее. Дальние поездки. Надо будет ходить в походы по горам Кавказа. Пойдем там. Озеро Рыбка. Помнишь? Бадукские озера в Донбайе. Сейчас придем. Ребят, посмотрите, сколько ландыша. Целые луга просто ландыша. Посмотрите, тут ландыш. Целый, ну не луга, весь лес, смотрите, в ландышах. Магия, чудо и рассвет. Все, ребятки, все, дома. Ну, такой себе походик получился, блин. Мошкары, конечно, комаров из всех слепней было много. Не знаю, как Валечка выдержала это все. Фух, наверное, отдыхать она теперь будет долго после этого всего. Ну, в общем, как-то так, ребята. Как-то так. Мы дома. Все, ребятки. Давайте опять закидаем лайками Валечку, похлопаем ей, похлопаем громче, овации. Жесть. Ребятки, 50 километров девушка прошла с рюкзаком, со всякими комарами, москитами и всем. Все, ребятки, посвящаем эту серию Валечке. Ура! Как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде фу.